Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Cryofear. В последней серии мы попали в эту психушку, встретили тут доктора. Отдали ему пистолет, который нашли. Он, собака такая, прострелил нам плечо. Теперь у нас, как видите, здоровье в левом углу не очень хорошо. Я думаю, это прекрасный момент, чтобы подлечиться. У нас есть ключ от двери на втором этаже, которая была закрыта. Так. Давайте используем. Конечно, можно было бы подождать, но да ладно. Так, хорошо. В принципе, блин, ружье бы, конечно, не помешало, но... Место в инвентаре всего 3 штуки, так что не судьба. Так, по-моему, в том крыле у нас был доктор. Где-то здесь у нас закрытая дверь. Ой! Я чувствую, что кто-то за этой дверью. Это прекрасно, по-моему. Что меня больше всего радует, что вот эти вот крики, они идут из-за той двери, в которую мы сейчас... направляемся. Ой, что-то мне жутко. Так, дверь открыта. Ой, с Богом. Это даже не отсюда крики. Твою мать. Твою мать. Бляха-муха, да чё же за чертовщина тут творится, я же... Так, сейчас мы пойдем обратно. Выложим шприц, вернемся за какой-то табличкой. Такими темпами. Ой, блядь! Выкладывать ничего не придется. Так. Давайте-ка мы используем шприц.
Если что, у нас внизу там еще один есть. Да возьмем эту табличку. Ой, бляха-муха, это же какой-то капец, это же просто, ну... Это ненормально все, это просто жопа какая-то. Так. По-хорошему мне сейчас надо было бы спуститься, да, записаться. Ну да ладно. Ну-ка. Стоит сучонок. Ну, как бы мне тебя... Интересно, смогу попасть, нет? Смогу. А нет, я им попал ты тогда, потому что сейчас он с трех патронов сдох, а обычно дохнет с четырех. Замок разбит. И вторая часть таблички. Так, ладно, пока что что-то получается. И слава богу. Сейчас нос почешу. Так. Замок разбит. Вы открыли дверь. О! Удачно. Так. Вот так вот. Что у нас на этой табличке? 5-1-1-7-3-8-9-7. То есть это номер не телефона, я так понимаю. Ладно, надо собраться с мыслями, что мне сейчас делать. Да пока ничего, пусть все остается на местах. Шприц, винтовка, гладкоствол. Пойдемте к телефону, что ли? За мной кто-то гонится. Так, 5-1-1-7-3-8-9-7. Что, неправильно, что ли? Так, ладно. 5-1-1-8-3. Ой, 5-1-1-7-3-8-9-6.
5-1. Блин, у меня память сегодня вообще убитая, как и я весь полностью. 5-1-1-7-3-8-9-6. Пять, семь, один, девять. Пять, семь, один, девять. Я молчал, чтобы не забыть, потому что сегодня у меня памяти вообще нет, это точно говорю. Так, мне сюда, да? Сейчас, ребята, сейчас все будет. Терпение. Я чую лажу. Так. Ты нам уже не нужна, потому что мы уже номер знаем. Нет, я не это хочу взять. И идем таки наверх. Так, вроде все сделали, да? Или даже лучше давайте еще раз сохранимся. А, ну значит я ошибался, а нет. Судя по всему, я не ошибался, когда почувствовал, что сейчас будет драка с боссом. Так, патроны КП 3-4-5. Ага, вот ты где. Капец тебе. Тебе капец. Оп. Понятно. Все, понял. Ладно. Так, хорошо. Намек понятен. Значит, за ящики заходить не стоит, похоже. There you are. You're dead. You're so fucking dead. Да твою мать. Нет, не фонарь. Да вот тебя только не хватало.
Я надеюсь, он за мной не выбежит. Да бросай ты, мать твою, за ногу, ну. Так, я надеюсь, я успею. Что-то как-то коряво все пошло. Ну ладно, пока что у нас лечилки есть. Дробовик с такого, еще лечилка. С такого расстояния, я думаю, ничем нас не порадует. Да у него вообще практически не снимает этот дробовик. Вот наш подход. Где ты? Ты уже успел уйти, что ли? Блин, запоздалая реакция. Идет. Так, ладно, где ты? Вылезай, тварь. А, блин. Давай. Давай, браток. О, нравится? Слабак. И сюда. Там никого. Да блин. Давай, братень, давай. Так. Но если так будет продолжаться, то мы его победим. Не говори гоп, конечно, но... Патронов, аптечек всего более чем достаточно, так что... Твою мать, еще бы вы не лезли. Было бы вообще прекрасно. Да, вылазь! Саймон, таблетки сами по себе тебе лучше не сделают. Тебе нужно что-то еще делать. Я рекомендую тебе современное лечение, названное когнитивной терапией. О, какой я, блин, переводчик. Что? Это часть упражнений, которые ты делаешь, чтобы забыть прошлое, плохие воспоминания и тревоги, которые у тебя есть. Тебе книги нравятся, Саймон? Я не знаю. А чё? Я хотел выяснить, просто потому что я хочу, чтобы ты попробовал кое-что. Я хочу, чтобы ты написал книгу. Книгу о том, как ты себя чувствуешь. Сможешь это сделать? Ну, наверное. Могу попробовать. Нет. Не-не-не-не. О-о-о! Саймон, мать твою, ты больной человек. Глава 7. Безопасно только дома. Убегите из психушки. Задание. Так. А you okay? You okay, buddy? Твою мать, вы посмотрите, да?
ключ от задней двери. А задняя дверь у нас в подвале. Нет, не в подвале. Так, сейчас у нас будут опять очередные муки выбора, похоже. Так, короче говоря, сейчас мы... почему мы взяли 5 патронов для револьвера? Если у нас револьвера отродясь не было. Я не знаю. Так, сейчас мы сюда вернемся. Блин, сколько всего нужно взять, а? Сейчас мы спустимся вниз, откроем ту дверь, после этого выкинем вот эти вот вещи у сохранялки. Сходим сюда, я надеюсь, там врагов больше не будет. А потом уже будем думать, что же нам взять. Тихо. Странно. Твою мать, без фонарика-то как плохо. Подожди. А куда все пропало? Да блин. Нет, ничего нет. Все пропало, Шоу, все пропало. 2 магнитофона. Куртки импортные. 2 штуки. Так, ладно. А блин, куда я пошел вообще? Ой, так. Мне охота взять тут пистолет. Мне фонарик нужно взять. Блин, давайте откроем дверь сначала. Я просто в темноте боюсь, что не увижу эту дверь. Типа рассвело так уже, что ли? О, офигеть. Подожди, я что-то не понимаю, что ли? Вот же вот эта дверь была закрыта, нет? Блин, в темноте нифига не видно. Так, ладно, дверь открыта. Давайте-ка мы сходим как минимум за фонариком наверх. И вообще, сейчас будем думать, что взять. Так. Фонарик по-любому. Фонарик, без фонарика никуда. Хотя, конечно, светло. Но мало ли. Теперь шприцы. Откажемся, кому, пожалуй. И лечилки мы с собой брать не будем. Мы ее сейчас используем, чтобы полностью просто здоровье восполнить. Где тут мой пистолет? Вот муки выбора, а. Это же какой кошмар. Так, 2 обоймы для этого мегапистолета. Его можно брать с фонариком сразу? Или нет? Можно. Тогда зачем нам Глок? Давайте-ка мы лучше возьмем ружье. Так, я думаю, будет нормально. Надеюсь, я не пожалею об этом, потому что для Глока патронов всегда полно бывает. Не знаю. В принципе, патроны выпадают с врагов, так что, если что, мы просто с них пистолет такой же подберем, я думаю. Вот так вот я думаю. Так. Давайте пошли, короче говоря. Thank you.
Сохранимся и вперед. Куда я вообще попадал, нажимая вот так вот? Туда же и попадал. Ой, странно это все, ой, странно. Я слышу где-то невдалеке. А, блин, это телескоп, я думал, это башка чья-то торчит. Машины слышно, невдалеке ездят. Уф, как-то, блин, сразу как светло стало. Как в этом лесу не страшно? Да, помните, какой кошмар тут творился? Это же просто было что-то с чем-то. О, патроны к нашему пистолету. Хорошо. Только он у нас не револьвер. Почему пишет, что это револьверные патроны? Так, ладно. Теперь там оттуда звук машины идет. Так, ну я тут, я так понимаю, был, да? Просто было темно, я нифига не видел, но вроде как места знакомые все, что ли. Сложно сказать, конечно. Можно уже без фонарика ходить. Это прекрасно, по-моему. О! Офигеть. Бляха-муха, это же... Да чего штучная работа этот мод, это же обалдеть. Вот сколько всего понапихали, это натурально, ребята, ну просто, я не знаю, ну даже не таланты, это просто слов нет. Насколько проработанный, оригинальный, не похожий ни на что мод. Блин, у меня нет слов. Это лучший мод, который я когда-либо играл. Прости, Nightmare House 2, но эта игра выполнена на куда более высоком уровне, несмотря на то, что как хорошо я относился к Nightmare House 2, но это, по-моему, еще круче даже. Совершенно неожиданно. Плечик-то не болит, Саймон? В нехорошее место попали, надо сказать. Самое там хитросплетение костей. Ничего тебя не подробило? Гребешь так в легкую. Так, ладно, это нам, похоже, дает расслабиться. Если сейчас из воды какая-нибудь хрень не вылезет, как в Resident Evil 4. Но будем надеяться, что нет. Для данной игры это скорее был бы признак дурного вкуса. Со вкусом у разработчиков все в порядке. Уф, так, хорошо. Подплываем. Шейдеры, да? Ну, корявые шейдеры, то есть полосочки вот эти вот, видать, но шейдеры на движке 15-летней давности. Ай, молодцы. Вот это вот я называю глобальной модификацией не только игры, но вообще и движка. Так, какой-то дом.
Я просто потрясен. Сохранение, патроны. Так, дубинка. Дубинки нам не надо. Давайте на этом прекратим, что ли, данную серию. В принципе, приключений на одну серию хватит. Как бы там ни было, повторюсь, мод меня просто не перестает удивлять. Это, по-моему, просто офигенно. Как бы там ни было, еще раз повторю. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.